ворота нахуй. От босса. Подальше. Я думаю, надо на втором, блядь, второго, когда будем бить, нахуй, не заводить, блядь, не забегать всем в синюю, пусть РДДшники бьют синие, блядь, потому что это какая-то хуйня получается. Да, РДДшники, миликом. Пусть только РДДшники, блядь, нахуй, стоят в зеленой, блядь, в синей, мы, нахуй, будем, блядь, бегать, как получится. Это хуйня, блядь. Не, ну, в принципе, если, блядь, народ так на зеленой дохнет, можно сначала среднего, потом большого ебнуть. Там порталы потом появляются, которых мобы как. Не-не-не, он правильно, он в смысле говорит, что убить среднего, потом большого. Потому что у большого самая дамажащая способность по танку, которая диспелится, и все, в принципе. Давай попробуем сейчас один троих среднего большого. Ну да. Ну давайте. Когда мы убиваем среднего, что получается большого ходиба? Просто 25. Он начинает кидаться какахой. Которая будет АУЕ. Там просто рейдж держать надо, и все. Типа, он начинает в АУЕ... Давайте это, я больше встану просто на РНЖе, он будет ее в меня кидать. Правильно? Уходите с рыбы, пожалуйста. Я прожму сейчас, а проты прожму сейчас, и все. Саня, ты тогда щит на себя тоже надо. Сань, я тебе предложу меняться с кем-то, потому что там дебаф вешается, если ты два раза поймаешь, тебя шотнет. Ну он раз поймает. Раз глыбу, и потом маг выйдет другой какой-нибудь. Ну, например. Ну и кстати, а смысл? Все равно мастер рун дает усиление ДПСа. Как бы. Он в принципе не страшный во второй фазе, он просто дает зеленую соплю вот эту и все, больше он ничего не дает. Ну вот народ сейчас с этой зеленой соплей что-то затупил. Тут не народ затупил, просто там заранее надо знать, когда она будет. Она после щита дается, щит кидается, после этого зеленка раскидывается. Дима, ты видишь эту хуйню? Анонси, блядь, что разошлись нахуй. Я же сказал, что щит кидает. Сейчас вроде будет, блядь, это значит сказал? А его убили, короче, и он, короче, задержкой кинул я. Ну, у него, типа, знаете, как у этого, как у Нубрикана, откатилась способность, но он может ее не применить. Нет, он ее применяет каждый раз после щита, но тут щит ему сбили, и он ее не применил сразу. После щита он кидает любую из меток, то есть либо зеленую, либо синюю. Так что решаем? Так же бьем? Ну, можно так же попробовать, да? Давайте так же бьем. Большого потом среднего. Большого. Ага. Так, чек на готовность. Срез, держи сразу их подальше, блядь. Как бьем? Где-то в середине вот этого круга сразу держи их. Среднего бьем? Нет, большого. Здорово, 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 оба. Гера. Меняемся. РДД, зашли в круг. Соловка, веди его. Если что, тут еще. Переводи его срез на следующий круг. Прямо okay. Протягивай, только далеко. Все, отлично, не вводи его. Блять, не можем бить теперь, блядь. Он прям в жопе стоит кругу. Ну, хуёво стоит.
Перегрузка. Вводи срез на следующий круг. Перегрузка, сука, отошли, блядь. Да кто там, никого нету. Подходили уже люди, блядь. Не надо никуда подходить, добивайте босса. Срез, уводи дальше. Среднего. Уводи, уводи большого, срез, этот, столовка, бери большого, блядь, нахуй. Срез, уводи этого нахуй туда на дальний. Какого ушел всего? Следите за дебафом, блядь. В синий круг бегают только РДД, блядь. Сейчас будет зеленый. Выводи, выводи нахуй вот сюда, уводи дальше. Все разойдитесь. Разойдитесь друг от друга. Срез, уводи. Да, я вижу. Толовка, проведи тоже на череп туда, где метка. Стан, стан. Перегрузка. Смотрите за рейнджа. Женё... Станьте шире все. Рунический щит, сейчас способность. Смотрим, какую-то. Разойдитесь, разойдитесь, милики. На меня кинется, нет? Руна мощи. Сейчас выводи его вот сюда, выводи его вот отсюда. РДДшники стали в эту хуйню. Уводи оттуда, столовка, блядь. Ещё уводи. Он её гастанул, кстати, в текстуры. Хорошо. Что поставить? Ставь, поем. Рунический щит, ребят. Разойдитесь, разойдитесь немножко. Станьте шире, блядь. РДшники тоже сейчас. Нихуя не кас. О, руна мощи. Сейчас. Выводи отсюда, срез повел тоже. Разойдитесь чуть-чуть. РДД, зашли в синюю хуйню, домаш. Срез, уводи его дальше. Да, я веду. Отошли. Сейчас цепнуха даст. А, цепнуха? Рунический щит, ребят, сейчас какую хуйню. Блять, уберите нахуй вурдалака с него. А, он станет? Ну вот я поэтому и туплю с водкой. Все время он то станет. Я вспекнулся в этого нахуй. Гибрида. Руна мощи. Уводи отсюда вас, срез тоже по кругу пошел. Он забабился, нет? Да, да, он нет. В текстуры дает куда-то. Ну отлично. Мелкий будет взлетать, мелкий будет взлетать. И потом в центре садится. Когда взлетает, нужно от него убегать, иначе молниями будет бить, кто вокруг 30 метров от него. Цепнуху. Давайте я на костах посижу тогда, че. Давай. Да, руна, блядь, сука, подведи. Да похую на нём, блядь. Бейте, блядь, нахуй, какая руна? КД. Косты, блядь, лучше сбивайте, КД. Нахуй. Руна, блядь. Бесполезно. Сейчас собью. Всё, ребят, КД. Срез, может его тогда лучше в середину поставишь, чтобы мы от него разбегались? Наверное... Да не, лучше он в крест убегаем все толпой, да и всё. Ходим, отбежали. Ушли быстрее. Все, поехали. Ух, сука, все, блядь, вот так а? В середину ставь его, чтобы разбегаться было удобно. Ну хилю, зашли. Ебать его в рот, нахуй. Я у нахуй. Хоша дал и в кушку сделаем. Хильте на хп там хуярьте всю хуйню, потом ПБР. Так, дайте сейчас. Убегайте от него, что вы стоите, бля? Видите, в какую сторону он двигается, блядь. Ресайте Владика, блядь, и рыла, нахуй. Я Владика ресаю. Владиков. Разбегитесь под стены, блядь. Похуй, ДПС от нахуй. Рыло тоже поднимайте. У кого еще есть БР? КД, ребят. Все, ладно, и БР третий не тратьте, нечаянно, держи БР. СС есть, можно. Может, первый, блядь, дадите хоть раз? Сбейте. Сбивайте, блядь, косты все, кто могут. Столовка, это на тебе эта хуйня. Каст. А я не могу каждый сбить. У меня времени не хватает. Есть для этого второй срез. Вот я ям, он шо. Моралищный женёк из каст. Я сбиваю тоже. Я уже сбил. Сашка есть, который всегда почти КДЛ. Каст. КД, ребят. Собью следующий.
КД. У кого с паладинов там сакра есть на рейд? Да-да-да, на взлете. Владимир, в следующий раз. Сейчас только начнут летать, сразу нахуй сакру, блядь. И разбежались все под стенки, блядь. И бегайте от него по кругу, блядь. Перегрузка, это ж просто. Ушли. Женек, прожми зеленку. Ушли, сразу ушли. Массакру. Бабл сакра. Все, уходите от него, убегайте оттуда. Он же не за таргетом летит, ебать. Он же просто влетает, нахуй. Убегайте от него, да и все. Просто бегайте, блядь. Вот Ладомир отъехал, блядь. Нечаянно, нахуй ты. Да нечаянно, не надо дамажить, нахуй, блядь. Бегайте, просто выживите, ебаный в рот. Какой нахуй дамаг, блядь? Да. Полкам плохо, нахуй. Вот он садится. Каст. Понял. Нечаянно, дай БР Владимира. Владимир лежит. Да пока нормально. Как КД, блядь? У кого нету КД? У Суфа КД. У тебя тоже КД, блядь? У Суфа и у Слипка, там только КД. Ты сбивайте. Ну, мне не да, пишешь, да. Что у них. Сколько у тебя да? Сидел. Каст. Ебать, а кого ты поднимал? Его поднимали и еще кого-то. Понял, блядь. Каст. Суп, братан, туда похавай. Сбил каст. Следующий. Я собью. Хуй пойми, это изи мод был, блядь, не очень. Да, это изи мод. А! Все нахуй. Дайте рез. Расшифруйте вот это, блядь. Опа, вытягивание крови. Заебись. Ебать, пацаны. Блядь. Посох охуенный выпал. Где посох мои... на фаера, нахуй. ДЦшка. Где мой меч, блядь? Пас, блядь. Кстати, а сколько нам с робота сфер упало? Ноль. Ноль. А, с хуема, да, ноль сфер. Красиво, нахуй. Красиво. Бля, вознесение, нахуй. Посох вообще охуенный, нахуй. Че, вообще от них, бля, хуета ебаная упала какая-то, бля. Бля, лучше бы меч упал, бля. Чистая помойка, нахуй, блядь. Я бы, блядь, хоть меч забрал, нахуй, себе, ебать. Да сука. Нахуй мне твой меч, где мои сапоги, блядь. Че, пацаны, дальше стоять будем, я? Ключ там упал, блядь. Ключ только со сложным. А, ключ только в хейме падает, понял. Что-то, блядь, тебе как-то ГП даешь неправильно, не пойму, блядь. Он стоит 199, да, или 190... А. Спек. А, у него ж хулипал точно, блядь. Ой, чё ты заберешь, да, посох на фаера? Ну... Оф-спек нет или как? Нет, коньки. Давай, давай, давай. Сколько там сейчас пролетит? У тебя там шмоток на фаера дофига? 500 нахуй. Надо смотреть. Да нормально, кидай, заберу. Ну, здорово. Здорово, пацаны. Здорово, здорово. Как дела? Заебись, да? А? Прилетели. Работаем. А просто такие бегут сюда, ебать. Чё бегут, нахуй? Я спорил. А, понял, нахуй. Три моба, даже без хилов забьем. Давай, удачи. Так чё, кого вы там забьете, отходил? Косяк. Косяк. Влада, блядь, до смерти, нахуй. Влада, да, нахуй, можно, кстати, блядь. Пошел ты, давай, удачи. Просто ногами, нахуй. Да нихуя, не то, что ногами, блядь. В прыжке с двух ног, нахуй. О, кольчуга, плечи. Пацаны, нахуй. Сань, не падай, твой пиздец, вообще вот не падай. Это красиво, блядь. А у смекалки есть, да, вроде уже? Ну пусть Сашки себе возьмет, а чё нет? Да, респектай. Хаст-крит, блядь, и сокет, нахуй, блядь, для Энха. Блядь. Мне кажется, это очень нехуёвые плечи. На ДК, нахуй. На рогу, блядь. Куда пошел, блядь, куда пошел? Выйди, нахуй. Выйди, нахуй. Что для Энха хорошо пойдет. Хуйня вылезла такая, слышь, блядь, я к нему туда падал, нахуй. Ничего не делал. Это хуйня вас ведет, блядь. Туда, куда блядь. Надо. Я либо курить, либо чё, либо дрочить. Влад, приходи, на. Давай. Приходи на стеновал, коли смелый. Прото надо еще пить. Рыбу поставить? Ну да, тут урона от природы будет, дохуя.
Да, тут да. Все саппроты пропьем. Я полетел за саппротом. Не надо, не надо. Куда там полетел? Сейчас дадим всем саппрот. На, давай, я пойду покурю. Короче, будем бить по тактике по самой легкой, блядь. Плита, рука, плита, рука, плита, рука. Он упал, мы, блядь, пошли дальше, нахуй. У кого нету, в ромб, кидайте эти... ну, обмен. Блядь, ну у меня еще 34 минуты, блядь, фласки на ап. Кто отработает ее мне, блядь, алю, блядь. Тот, кто курить ушел? А, окей, блядь. Так, чё, я пойду на 2 минутки? Да, саппорт еще один. Есть? У меня? Ну, блядь, нет у меня. Да я весь инстакт с саппротом бегаю. Красавчик. Так, чё, я на 2 минуты свалю? Иди, иди быстрее. Все, у всех саппорта есть. Аня, есть 8 это абсолютной пыли. Кидай обмен. Блять, какую фласку сделать, народ, нахуй, блять. Давайте ромбику обмен, кому нужны саппроты. Че вы тупите? Конечно. Всем их раздадут. Не надо их делать, покупать и так далее, блядь. Ну, спасибо. У всех есть. Ну, сейчас, пока не пейте, все придут. Там, блядь, спросим. Лишний раз есть, нет. Так, а как вы, Сань, тогда убивали, типа, через руку, да? То есть захуячили руку, потом быстро залили трэш и били босса? Да. Ну, в десятке, типа... блядь, это еще не, хоть как-то может быть возможно. Тут это пизда. Мне кажется, наоборот. А что наоборот? Блядь, сложно дать в руку, блядь, 300к, чтобы он отпустил? Ну, короче... Давай попробуем, я не против. Там, по-моему... Пойду он... курну тоже пока. То ли он душит их как через какое-то время, то ли что. Я вот ну, там 300к надо надамажить. Все свичнулись, дали, блядь, под вонюка, он отпустил, нахуй. Все. 10 секунд времени дается, блядь. Там видишь, в чем проблема? В том, что он троих берет. Если кого хотя бы одного хила возьмет, они просто обосрутся, не захилят. Потому что... Мы... Сейчас просто все обосрутся, когда выйдут мобы, блядь, я тебе 100% говорю. Насчет мобов они не обосрутся, там, короче, ловушку хан дает. Танк, который не на боссе, два танка вот меняются по 2 стака, который не на боссе, подходит туда влево, где эта рука, на него напуливают 2 ханта, и все, и туда дается АУЕ просто. И станы там какие-то вот от дестриков, например. Тайфуном откидывает сова. Все со станом бегают дестрики в ПВЕ. Что за стаки, объясните, 2 секунды. Босс стакает раскол брони 20%. Да он стакает, не пропадается, нахуй. Он не стакает его по КД. Ну, это типа фигня вообще, даже танка менять нет смысла. 25-ки видел? 25-ки видел это, нет? Сколько оно висит? Оно висит... Терня, даже так. Оно больше висит и стакается до 5, а минус 100 брони там будет хуёво. Но дело-то не в танке. Танка даже захилят. Просто дело в том, что весь рейд будет на 10% хп. Это в лучшем случае. Там 20 тысяч дамага пройдет. Я все прослушал. Похуй. Красавчик. Нормальная политика, я считаю. Можешь линкануть? Что-то я не понял. Плюс взгляд еще у него. Что, линкануть ее стаки или что? Ну, в смысле, да, я что-то не вижу. Удар с размаха, вот ну, это херня. Нет, смотри, это есть левая, есть правая рука. Так, какая-то рука, по-моему, бьет сейчас. Броню ломает сам босс. Да, броню босс ломает. 3 человека берет в эту хуйню, ударная волна. Ударная волна это вот самый основной получаемый всеми урон от магии природы. Как бы это тупо не звучало.
Ну да, блядь. Вот типа рукой махнул, да, блядь, природой, блядь. Ну вот, короче, удар с размаха, и там же есть вот эта хуйня, типа. Разламывание доспеха. Ну вот он... Тогда... Извиняюсь, Петя, говори, говори. Он его вешает в десятке на 6 секунд, а здесь он его дольше вешает. Должен на 3 свеши. Ну сейчас посмотрим, как бы. Это про что ты сказал? Про луч? А, нет, который танк бьет. Разламывание доспеха. Сейчас я Вуду запишу, посмотрю, сколько висит. Ну так что мы решили, в одного танка будем пить? Я предлагаю, да. Нет, там все равно, если будет этот второй трэш, блядь, то есть, ну, рука так или иначе может одного только клива умереть, там 4 ляма, блядь, у босса 28. То есть... По факту, блядь, может, блядь, рука сдохнуть, но надо будет тогда этот момент проконтролить. Пускай срез остается в танке на всякий случай, но и этот момент надо будет проконтролить бомжами. Ну да, то есть броню поломает и так далее, в принципе, босса, если надо, это свичнуться, если эта хуйня все-таки стакается. Единственное, надо по расстановке РДД подумать, чтобы они стояли в одном кемпе и... Не, не в одном кемпе, вот так вот по этой полосе вот так вот строимся сейчас нахуй, с одной стороны, блядь, и тот же также, блядь, с другой стороны. Кирюх, там опять народ будет, как помнишь, в десятке тупил, который, блядь, вот здесь стоял, на него кинулось, и он, блядь, в ворота ломится. Так надо же в середину, блядь, убегать, вот так отсюда, да, подяг. Ты понимаешь, что перед тобой луч сводится, Кирилл, не тупи. Что не тупи? Смотри, у тебя вот ты стоишь нахуй посередине, да, между двумя лучами нахуй, и луч сводится перед тобой, ты бежишь вперед прямо на луч, нахуя? Стоишь здесь, видишь, что в тебя нахуй выбирает, он стоит слева и справа, начинает сводиться, убегаешь вот так по диагонали нахуй сюда, и потом от него съебываешься в двери. Ты пока добежишь до двери, он уже пропадет. Нахуй, блядь, ты не говори, ебать, ты говоришь так вперед, говорю, блядь. Ты говоришь вперед, бежите, блядь. Все, не кричите, че вы. С этой шеренги, блядь, уходит по диагонали в середину, а потом оттуда с середины, получается, пиздуйте в ворота, все. Ну, то есть все РДДшники поняли? Вот эти вот, блядь, плюшки на полу валяются. То есть, грубо говоря, вот по этой линии одни встают, по этой, по другой другие. Если... Остановитесь отсюда вот так, РДДшники, вот где я стою рогой, блядь. Просто вот в колонну по одному. Раз, вот два, три, так через шаг, нахуй, вперед. Следующий точно так же. Не в один кемп, блядь, нахуй, а в одну, сделаем. В одну полоску, блядь. Владимир, вперед еще дальше. И так точно так же с другой стороны стройтесь. Только по вот этим, Влад. Либо левее, либо правее. Или справа, не там. Сова, идите туда, стройте с правой стороны. Пополам там, чтобы люди были и там, и там. Рыло, не там, а со всеми. А теперь вопрос, который задавался 3 раза. Сопроты у всех есть? У кого нет, плюсик в чат. А, у меня нет. Бесполезного. Ой, столовка, блядь. Саня, в ромб обмен. Оя, Алисочка, Асмодей, справа либо слева становимся. Где людей меньше, туда. Вот так в шеренгу, вот сюда. Вот тут, где шеренга, вот так, вот так. Раз, 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 строимся. Максим, дай мне это место. Чем ты мне обмен? В ромбик. Смекалка, в ромбик, дай обмен. В ромбик обмен. Максим. А что у тебя не получается? Всё. Съебись вправо. Вопрос от левой руки. Ударная волна по всей карте? Или по всей карте. Там тотем защиты от сил природы должен стоять. А ты мы в середине кинете, блядь, оба шамана. Женек, что там у тебя, Женек? АФК. Женек! Он тактику слушает, чтобы потом бегать, короче, в луч. Слип, какие еще остатены? Сил природы и... Не, самое главное, это защита сил природы, остальное выбирайте как хотите. Сопрот, видишь? Все сопроты пропейте. Столовка, ты понял, тебе надо стоять в этот... череп и вообще никуда не двигаться. Да, следи за стаками, Дима. Если у тебя стаков будет дохуя, там третий, четвертый, блядь, говоришь срезу, он забирает с тебя босса. Понятно. Че там, крестобафы будут, нет? Дайте бафы, блядь. Суф, стань с правой стороны. Хилы пополам поделитесь. Рыло справа, Суф справа, Алисочка слева, Владимир слева и Владик тоже хай слева будет.
Рыло, ты слева. Слева, Тёма. Это право, ебать. Да все, хуй с ним, хай да там стань, ебать. Стой справа, все. Охуево. Стой справа. Асмодей, стань со всеми в одну линию. Нечаянно. Нечаянно тоже стоишь как-то не так. Нечаянно. Ты видишь линию, блядь, с правой стороны из игроков или нет? В шеренгу встань. Хорош, блядь. Все, отлично. Максимка, что там у тебя получается, нет? У меня нормально все, поехали. Я вижу, блядь. Напуливаем на столов, и столовка скажет, если стаки будут копиться, тогда будет срез тебя менять. Давайте Гиру. Играйте чисто в плиту. Вперед только, блядь, не упадите, нахуй. Саня, смекалка, отойди куда-нибудь. Вправо, влево, встань в какую-нибудь шеренгу. Там лучи будем таскать. Ты, блядь, прям на это. Вова так. На кого луч? Смещается в середину. В середину. Понял. В руку, руку, руку. Там две руки. А, это право. В руку. В руку, где череп? Нихуя себе, ну ебаш. Все, не бейте. Поехали в плиту. Срез, три стака. Забрал уж. Давай. Че, мне тут же стоять, да? Только отойти назад. В руку поехали. Отходить даже не надо. Лежат, да? Сейчас люди начнут понимать, что происходит вообще, блядь. Будет вообще класс. Ну ты тоже понятливый, блядь. К ворота бежишь. Че, спрыгнем, так быстрее будет. Давайте спрыгнем. Быстрее будет, умрем, блядь. Смотрите, пока, блядь, идет бой, посмотрите на рогу. Вот вы стоите здесь, сюда, блядь, здесь. Видите, что у вас кидается луч. По диагонали идете в середину, и потом отсюда с середины убегаете в ворота, и он закончится. Невыгодно нога мышкой шевелить лево-вправо. Батя в кого-то сильно, нахуй. Да мы там стоим, там хуй пойми, в кого он, бля, кастуется, ебать. Человек, вам не обязательно прям под самыми воротами стоять. Мы когда спулили, можете растянуться вперед. Боком сделай, и будет понятно, в кого кастует. Кого? Чё сделал? Камеру боком. Ну, для того люди растягиваются, чтобы было понятно, в кого. А так все друг вот другу стоят. Со старту построились, и, блядь, потом растянулись вперед, там, метров на 15, на 20. То есть не обязательно по этим плюшкам вставать. То есть, блядь, кто-то между плюшек встал, кто-то на саму плюшку и так далее. Вот смотрите, красная хуйня середина, красная хуйня середина квадрата, красная хуйня середина. И так вот все растянетесь, блядь, и нормально будет. Нормальное тело, нормально будет. Ну да. Ну я смотрю, эта хуйня пиздит прям очень много, блядь. Пиздец. По 12 тысяч на с хуем. Так в десятке столько же, блядь. Владик, ты, наверное, блядь, тут, наверное, в ДЦ спекайся, блядь. Типа можно, поверь, не хватит. Лучше в холике, поверь, мы вчера уже тестили. Давай, Женек, куда? Куда ты побежал? Женек, здорово, но. Под лестницу-то чё там, блядь? Ты не Лёха на территории? Прям больно похож. Ага, ебать, шашлык. Пишет нет. А мы думали Лёха. Ой, блядь, как плохо, нахуй. Это Лёха. Брат. Это брат Элизабет, она. А. Кстати, а где этот черт? А чё, если вы срезать спекните фурика, войда в прутик, и пускай он прутик разбафает, не? И проще будет? ДЦ замена, нет? 3% урона снизить. Ну, можно, почему нет? Ну, давайте, давайте. Дайте поезд Долоран спекнуть. Давай, давай. Пока не мы отсюда. Саня, ты рец забрал? Да, вам. Обидно, что вы отдали посох человеку, который еще не собрал фаер. Ну, а кому нужен сейчас он? Да хуя кому, Суфу, мне, Локом. Ну, давайте поменяемся, ебать. Не проблема. Хорошо. Напишите в рейд, кто хочет сейчас посох, я ему отдам. Суманить?
Кто, говорит, хочет? Я хочу, но... Еще кто-то хочет? Шкаф поставьте, просумоним. Чего ждем? Сань, тут? Да, тут. Че, кому отдавать посох? Секунду. Потому что Эми играет через одну ручку и оффхенд, чтобы было больше СПД. Посох дает статы, а не СПД. Поэтому, блядь, кому нужны статы, те берите. Кому они нахуй не нужны, нахуй вы его вообще ролить собираетесь. То есть это либо, блядь, фаермаг, либо хилы. Все. Питона друида я бы не брал, потому что друиду, блядь, я не знаю, как... А, ну хотя... Ну тебе можно еще, да. У тебя хосты нормально. Ну, Владу, наверное. Я, типа, фиг знает. Либо Владу, либо Мумури, наверное. Давайте. На Мумуру точно это будет помойка, блядь. На приста, да. Да. Без хосты, с критом. Снимешь ГПТ? Кинь мне. Дай Владу. Отдай Владу. Сань, есть? У Влада на ДЦ нормально. На холик? Да нет, это на холика, а не на ДЦ, блядь. Ну, чё вы там? Чё ты мне его даешь? А, чар. Блять, рыба исчезла. Сними ГП, ловишь тогда. Там, Влад, займись пока этой хуйней, сейчас я чарку найду тебе. Я вот, кстати, про роговский кинжал думал, который за пакую забрал. Там разве не вторая цифра идет? Вот тут тоже 4 тонны ГП, там у него, блядь. А, ну, кстати, он оффхенд взял. Да, типа оффхенд вторая цифра вроде идет, 100 с чем-то там. Ну да, 117. Да, хотел сказать, что-то забыл, блядь. Спасибо, что напомнил. Мы сами не посмотрели. Блядь, не могу понять, что за хуйня? Где... Рецепты вообще ни одного, ни, ни один не отображается. А, это баг. У кого энчант есть? У меня есть энчант. Не надо. Дай ему регу. У кого у меня? Лоя, ты что? У Лоя. Тереги есть? Нет. ГБ нужен. Ну. Мы, кстати, до скольки? До 17 будем здесь, да? Два босса осталось. Ну, это, до 17 точно будем, да? Сколько там рейсов надо, скажи? Чё, ему надо СПД 81? 81, да. 40 пыли, 6 кристаллов пропасти, осколки и грёз у меня есть. Ну, в смысле, на двуручный вход? Чё там, то, чё не понял. Пускай им сколько вопросов есть. Все становятся в линию, там слева и справа. Когда спулят босса, растянулись вперед. Ну, чтобы вы, блядь, видели там рейндж между другом, там 5 метров, 3. Чтобы видели, на кого кидаться. Когда кинулась, вот вы отсюда, вот с этой там, грубо говоря, отсюда, по диагонали, бежите, блядь, в середину, по диагонали, с этой хуйней, где-то добегаете до третьего квадрата. И потом в ворота, блядь, и с вас эта хуйня слетит. Если видите, что она не заканчивается, вы же до ворот добежали, дайте лево или право чуть-чуть, блядь, она закончится. 6 лоя. Да, я тебе отдам. Давай. Ладно, давай, обмен. Давай, чё, блядь. Я хуею, блядь. Ну пошли, всё, пошли. Я давайте, построились по сторонам, блядь. Разделитесь 50-50, наберите вперед, назад немножко отойди, кто там хан, блядь. Геру. Дайте Геру. Не стану я у тебя снимать. В середину.
и ворота. Теперь лево-право там. Руки. В руку. И добили. Бери. Там какая-то хуйня с рукой сейчас была. Она, я не знаю, почему у меня урон в нее не проходил вообще. Она ни у кого не проходит, там поглощение идет. Руку, 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 поехал. Че она не дамажится в натуре? Это глюк какой-то, блядь, или что? Так у нее поглощение идет, какой дамаг, блядь. Так и что поглощение? Так у меня не бьет нихуя. Промах, 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 блядь. Ну, блядь, зачем ты под нее встаешь? Бей вот отсюда. Да ниоткуда не бьется, я, блядь, еще откуда бить. Скинулась у меня броня, все. Угу. Ну, это самое. Как убивать, получается, смерть? Ну-ка. Все же падают, бля, от... От этой хуй... А, это от хватки, блядь. Рука. А у первым, по-моему, умирали в руки. Ну, короче, надо через руку, через руку сразу играть. Потому что и поглощение собьется, и... Ну, давайте попробуем танк. Ну, не идет что-то вообще нахуй. Ну, тут, тут получается свободный танк, кто, кто со стаками... А, блядь, я со стаками хуй знаю. У нас есть три пака, блядь, три ДКшника, трое бомжей, блядь. Можно, а зачем, блядь, нам три танка? Зачем? Типа, смотрите, ну, эту руку танчить не надо, правильно? Просто бьем руку сразу же, бьем ее, выбиваем все ХП, танк второй. Ну, они как бы меняются между собой, да? Но кто без стаков, тот забирает, блядь, мобов, отводит в метку. Все, АУЕ заливаем их. И все, и дальше бьем опять руку. У меня тоже в портале зависло. У меня тоже зависло на входе, нахуй. И опять бьем руку. Чисто убиваем босса через руку. Бьем тело только когда нету руки, все. Ну, давайте пробовать. У нас в десятке, блядь, было проще. Ну, вот, ну, Саня, который нам рассказывал тактику в десятке, он и говорил, что, типа, в 25-ке так не получится. Все, тогда, блядь, бьем через руки. Да типа серф упал, я не пойму. Не-не-не, сейчас уже отлагаешь. Так за отлагаешь, уже, блядь, закрыл, нахуй. Нихуя не отлагает, нахуй, я закрываю. Я закрыл, блядь, и все, у меня остановка соединения, блядь, и все. Сраный Сирус, блядь. Я в Долоране появился. А сейчас еще раз, типа, ТП-шный скан и глубокое сокращение, у тебя обратно удар с ТП-шным. Что раз нужно делать? Я мертвый, грозовой гриди, класс. Сейчас хотел урезать. Так, урезать.